Попытался повторить сейчас успех Элдер, когда вот он резко подскочил и боковым зарядил плотно так, что Садыхов упал. Хорошо Садыхов встречает Элдера. Да, попадание есть, но пока что не удается так пошатнуть как следует оппонента на зиму. И еще раз, но уже с другой стороны, сбоку, долетает удар Элдера. Использовал оперативный простор, отошел назад. Здесь Садыхов и опять идет вперед. Колено подключает Элдера. Да, тайский клинч, локоть в ответ от Садыхова. Лоу-кик от Садыхова. И тут же вперед идет Элдер. Бэкфист мимо. Над головой просвистел. Мидл-кик бросает Садыхов. Джеб от Элдера. В блок попадает этот удар. И опять пытался поджимать и пытается в ноги пройти. Есть тейкдаун в исполнении Элдера. Позиция гард. И вот сейчас локтями будет отбиваться Назим Садыхов. Пытается освободиться Садыхов. Практически дополз до сетки. Пытается подняться на ноги. Колено подключает Элдер. Да, на ногах. На ногах Назим Садыхов. Выставил защиту. Борьба у сетки. И пытался еще один тейкдаун сделать Элдер. Не получилось. Но, тем не менее, колено по корпусу успел выбросить. И снова работает коленями. Тут уже прихватывает, обвязывает вот так вот за обе руки своего оппонента Назим Садыхов. И активно очень Элдер работает коленями. Выставляет тут ногу Назим Садыхов. Ненадолго, и продолжают колени лететь в сторону Назима. Очень неприятные, очень ощутимые удары. И выскальзывает, уходит от борьбы Элдер. Хорошая комбинация, отвечает ему Садыхов. Пытался через апперкот в корпус зайти Элдер. Мы видим, кровь идет с правой стороны у Садыхова в районе глаза. Сильную руку набрасывает Элдер. Сильнейшую, точнее. И посек, разбито лицо у Назима Садыхова. Поэтому, если по мнению судей, этот поединок будет равным или близким, то как раз-таки вот этот урон может сыграть какую-то роль. Хорошо с правой попадает Садыхов. И отвечает также с сильнейшей руки боковым Эван Элдер. Промахивается Элдер. Провоцирует здесь его Садыхов. Хорошо заблокировал удар. Тут же левый отвечает. Есть тейкдаун. Забирает спину Назим Садыхов. Ползет к сетке Эван Элдер. Еще 50 секунд ему защищаться, если он действительно проведет все это время в защите. И Назим Садыхов не отпустит его. Хороший удар сбоку. Тут же снизу выпутавшийся Элдер отвечает. Дважды пропускает апперкоты от Эвана Элдера Назим Садыхов. Опять в корпус, получается, подхватывает ногу. Опять удары летят от Эвана Элдера в корпус. Поджимает Эван Назима к сетке. Колено опять. Колено в живот, в бедро. Да, и просто неумолим сейчас Эван Элдер. Продолжает он контролировать, продолжает набрасывать колени. И раунд окончен. Yes.
No, it's better on that round, but look, I need more maybe. Let's go put those combinations together. Don't let off. You got five fucking minutes. Да, раунд неплохой, говорит. Говорят в углу Назима Садыхова, но надо больше. Тебе надо его финишировать. Тебе это по силам. Evan, you're backing up and letting him pressure you. When you're in the middle of the cage, when he tries to clinch you, you push him away. Keep him there. Push him away. Let's get a left hook on that little cut he's got. Yeah. He's trying to push you. Push him. Alert here. А Evan Elder советует еще более активно оказывать давление на Назима. Да, говорят, push him. Просто-напросто вот так катком переезжай. Но позволит ли это сделать Назим Садыхов? Итак, третья пятиминутка. Назим Садыхов против Эвана Элдера. Неплохо попадает Назим. Мидл кик, и тут же подскальзывается сам Садыхов. Снова разменялись тут на ногах. И Элдер шел в ноги, но тут, скорее всего, это был какой-то финт, задуманный заранее. Хорошо здесь защищается Садыхов. Хай-кик. В блок попадает, и опять в клинче колено подключает Элдер и отвечает коленом Садыхов. Так, Марк Смит останавливает поединок. Да тут, наверное, удар в пах был. А, нет, рассечение мощное получил Эван Элдер и посчитал Марк Смит, что необходимо призвать медицинскую бригаду. А тут можно и остановить, очень глубокая сечка. Okay. That's it. Все, бой остановлен. Да, как бы ни было обидно Эвану Негодует Эван Элдер, его можно понять, он... Но тут рвется в бой, но карандаш сечка, можно да. закатать в такую сечку, и его видно не будет. Поэтому лучше, конечно, поберечь здоровье. Как бы ни было обидно, потому что, ну, нельзя сказать, что он проигрывал, да? Тут бой был очень близкий, потому что происходило в клетке. Но, тем не менее, это тоже часть этого спорта. И если Назим смог нанести такой удар, с помощью которого возникло вот то самое рассечение, значит, это исключительно его заслуга. И выиграл он абсолютно по делу. Я когда говорил, что ну вроде бы как Элдер не проигрывал, это не проигрывал, ну так, если судить как по очкам, что ли. То есть чисто визуально выглядело это все на встречных курсах наравне, очень близко. Но хороший конкурентный поединок, но вот эта вот сечка и решение врача... Сечка – это часть урона. Да. Урон этот нанес Назим. Решение врача, с которым Марк Смит согласился, бой остановлен. Назим Садыхов побеждает. Ждем мы официального объявления победителя этого поединка. Напомним, что это последний поединок в предварительном карде. Далее нас с вами ожидает 5 боев карда основного. Главный поединок Джессика Андраде против Эрин Бленчфилд. Со-главный бой Джордан Райт против Зака Пауга. Ladies and gentlemen, at the advice of our octagon physician, referee Mark Smith puts a halt to this fight. The end comes at 38 seconds of round number 3. Your winner by TKO, the Black Wolf, Назим Садыхов! Итак, поздравляем Назима Садыхова, друзья. Ну что, бои прилимов заканчиваются, и Вадим Фурсов и Михаил Вахнеев с вами прощаются. Спасибо, что смотрели нас. Впереди бои основного карда. Нашим коллегам хорошего эфира. А вам, дорогие друзья, приятного просмотра. I'm gonna be honest, I didn't find my time.